Юху! Всем привет! Меня зовут Артём. Вы смотрите канал Собер Рождения, опять будет Dead Island. Мы сегодня отправляемся в джунгли. Огромное приключение на джунглях будет. Так, я знаю, Джин, поедем туда. Так, Джин, готово? Так, что у нас тут есть? Так, патроны есть, автомат один остался. С одной нож есть очень классное оружие. Толпы можно взрывать одним броском. Короче, я должен совместился с навыком Логаном. Навык позволяет, когда бросаешь врага, на них оружие где-нибудь. Те, которые рядом стоят, тоже урон получают. Получается, что бросил одного зомби нож, и все все взрываются, целая толпа. Очень удобно. Ну, вот этот самый навык я покажу. Вот он. Навык, можете почитать, если вам интересно. Экономичный бросок. Вот так, как видите. А, кстати, там еще один навык использую, один. Это ножа, вот так. То есть броска, короче, увеличен. Это даже специально увеличил дальность. Вот такая прокачка у меня специальная. Имба прокачка. Поехали, Джин. Я слышал, моя мама говорила, что они играли внутри, пока их не запечатали. Если мы откроем один из них, мы сможем пробраться внутрь. Но не могу же я тебя подвести, правда? Я покажу дорогу. Кажется, мне уже нормально кожа стала у нее. Значит, кожа светилась у нее почему-то. Отражалась, короче, как будто... Как будто жир какой-то. Да уж. Вот хоть и нормально стало хуже. А, не знаю, до сих пор жир остался какой-то. Понятно, жир, видите? Какой-то странный жир на коже, не знаю почему. Может, никакого никогда не было. Странно. Где-то нормальная кожа, а не какой-то жир там. Так. Ладно, поехали уже в бункер. Так. Опа, куда там нам подъезжать надо. Ничего, доедем. Знание не появится задание. Знание пока нету. И не будет больше. Тут все прошло в грохте. И в городе Морсби все. Остались только джунгли там, лаборатория, граница аборигенов и тюрьма. Так, игра пройдена на сколько процентов там? 64% пройдена игра. Нормально. О, разраженный бешеный еще. Так, что поехали. Так, бешеная скорость сейчас будет, еще быстрее раскроемся. Вот там зараженные появились. Так куда, блин? Повернул в ту сторону. Тихо, забегали тут запсиховали эти все. Там я целая куча денег, кстати. Так, посмотреть пока не могу, сколько денег. Что там более 10 тысяч долларов уже, вообще. Того за АТН оформил. Такая куча врагов заложит. Как понафармил всего. Я могу шоу надо усилить, купить. И сколько захочу купить. Например, гранаты, молотов купить. У меня и так хватает там все. Ладно, пошли пешком все. Дальше не проедем. Давай, идем, Джин, идем. Ты вперед, иди, я сзади. Наверное, кто-то спрятался в бункере и привлек их внимание. Мне это не нравится, но ты делай то, что должно. Это странная кожа у него, смотрите. Ладно, беги, перейди. Охраняешь. Так, ты будешь следить, я буду охранять тебя, давай так. Смотри, где зараженный, где появляется, я буду тут сзади. Так, я забыл опасный, так. О, нет. Капитан. Сделай что-нибудь! Тоже побывать тебе ножи дал. О, мужики. Как вас? Хорошо, пойдем, пока не вылез еще кто-нибудь. Ты быстрее, большой, хочу достижение получить. Пять зараженных подряд убить. Пошли уже. Давай же, где еще, быстрее. Хочу достижение это. Тут это, на себя я могу получить. Мы как-то здоровья маловато, посмотрите. Раньше вообще урона только один наносил, а сейчас вообще свою кучу урона зараженного. 5 ударов и все, и убьют его. Что тогда я впереди выходить буду? Давай. Блин, стоять.
Что за херня сейчас было? Чуть не упал тут, а блин. Капец просто. Да уж. Глаз вытяжения. Как-то мало-то денег осталось что-то у меня. За 6000 штук. Где еще? Два часа ходит. Ты быстрее идите. Так, давай, давай, идем. А вот так. Опять подъедет с моментально. Да быстрее иди уже, давай держи, давай беги, беги. Раз, два, раз, два. Как чепа находишь, эти выезжаешь, как он ходит, думает там. Давай! Они идут! Ну иду, иду, иду. Да, иду. А вот. Тихо ты. Ты что, ярость испугает нас? Все, ты труп гремела. Даже зарычать не успел, вот как. Аплый уж. Все, сейчас максимально будет бросок. Моему зерному ножу. Бункер находится вот там. Тебе нужно будет о них позаботиться. Да, стоп, блин. Катана. Ничего себе, какая катана. Я ждал ее найти прямо здесь катану. Вот это везение, ребята, катана. Вообще урон такой бомбящий у них. Ну ломается-то, покид защи. Быстро ломается тогда. Как-то, блин, кстати, попалось. О, сейчас будет мясо. А я здесь сейчас за туп постоянно. Смотри, как взорвился туп. Мне интересно просто посмотреть на это. Сколько так конечности отлетят взрывом? Эксперимент такой большой. Давай же. Начинает счет. Давай поехаем. Ты быстрее иди уже. Мы взрываем его? Ладно. Один. Два. Быстрее, внутрь! Так, что у нас тут? Где труп? А, труп где? Уже вниз ходите, уж что ли? Нет, вниз. Просто сделаю еще с труп, надо же. Труп я точно не ожидал уж. Где-то заедем, что ли, что-нибудь есть. А, этот ходил уже. Ничего тут вообще нет. И быть не может. Так, на это, наверное, заедем, тогда можно будет какой-нибудь гента какая-нибудь жить. Это повезет, очень сильно повезет. Вот. Да уж. Кирилл Гентаха получил за нас слабое оружие. Карта тут лежит. Так, книжку почитаем. Вестник номер 11. Так, хорошо. В запущенной стадии Куру жертвы страдают от потери памяти и дезориентации в купе с расстройством примитивных эффектов, таких как укусы и хватания. Хорошо. Шоджин. Спускаемся в джунгли. Акт 3. Так, сейчас будет очень опасное местечко. 20-е, сейву. Если есть хоть маленький шанс, что это правда, мы должны выяснить это. Вы там совсем свихнулись. Мы должны выбраться с чертового острова, а не лезть в джунгли. Для этого нужен Моуэн. Поверьте, только он поможет вам пройти через мины. Помогите ему, и он поможет вам. Отведите его в лабораторию. Но ведь речь идет не только о том, что нужно Моуэну, так? Вы посылаете нас туда по другой причине. Вы еще не поняли? У каждого из вас был контакт с этими тварями, но никто из вас не заболел. Из вашей крови можно приготовить сыворотку и спасти мою жену. Она еще жива? Они дали ей какое-то лекарство. Не знаю какое. Оно замедляет процесс, но это ненадолго. Доктора в лаборатории могли бы изготовить какое-то лекарство из антител вашей крови. Для Эмили это последний шанс. Что за хрень? И что нам делать? Делаем то, что должно. Делаем то, что правильно. Все не дело будет.
же офицер полиции. Ты защищала тех, кто не мог защитить себя сам. Это твой путь. Джин, ты же отзывчивее и сострадательнее всех нас. Ты знаешь, как тяжело терять близких. Как бы ты поступила? Мне вообще насрать. Да ладно. А мне нет. Ну что, Логан, ты в игре? Или будешь сидеть на скамейке? На скамейке. Слышу, мы команда. Либо мы вместе, либо мы все в жопе. Ладно, сделаем это. Так. Вот куда мы попаем. Вакцина! Найди ее! Иначе моя Эмили не справится с болезнью! Я знаю человека, кто может нам помочь, но его деревня очень далеко отсюда. Нам придется взять машину. Так, сейчас. Крусфром, подождите, надо будет взять все. Что тут у нас хорошего? О, бежим обратно. Апа, хух. Во как. Кто это успеет взять дядечек тут еще? Тут это мозг отрушен, там ничего нету больше. А, Жень, поехали, что я? Поехали нашим трендуете, которые нам дают. О, сейчас вот интересно, очень интересно. Джунгли такие очень интересные здесь. Не то, что рептайди, тут гораздо лучше джунгли. Так. Больше скорости поехать, как раз того, что тут пропасть внизу. Такая тут пропасть. Очень огромная. Чё магазин заехать? Это пиво заедем. Тут же где-то магазин быть. Во-во-во. Стоять. Также дари мне машине, тут закуплюсь немного. Понакупился, колбрахло, так. Пройди, Логан, как ты... Как он застревает. Что подает Джеймс Себастьян Блэк? Катана. Ох. 798. 598, 168. Ну, чуть очень дорого придется катану. 1400. Да, очень дорого. Очень дорогой ремонт. 43 прочность. 58 прочность. Не знаю. 33 уровень. Тут тоже. Не знаю. Стоит ли покупать именно эту катану. Хотя... Нет, она не стоит. Не стоит никак. Это пор продавается. Катану надену эту свою. Тоже пусть это пока будет. Во как. А, классная вещь. Нужно поехать дальше, зачем нас кое-что рассмотреть. Тролли бандитов есть, который уже с начала пройти. Пока поехали сюда на заодно сделать. Тихо. О, блин. Сколько вас тут. Так, тихо. Кто там следующий? Стоять, на тебе еще. Так, что у вас за пушки лежат? Соберем, давайте продадим потом. Пушка негром. Еще один нехатос. Так, стоп, однозарядная винтовка. Однозарядная даже. Может, это ее взять? Ну, давай ее наденем. Во, класс. Мне нравится. Так. Да еще сюда заедем. Пока можем. Вот. Вы это сделали. Невероятно. Спасибо. Окей, еще. Вас Бог. Просто бандит. Во, сколько денег. Вот это жесть. Какие богатые тут выжившие. Так, сюда поедем. Ага, на секунду сюда заедем. Тут небольшой лагерь здесь. Кто там хавает? А, ты хавает. Ты что творишь? Ты что творишь, гони? Совсем офигенно. Ай, чё. Ну сейчас Джейн убьют. Быстрее, что-нибудь сделай, Логан. Что-нибудь сделай быстрее.
А и не больно, нормально все хорошо. Ну как поешь-то. Таш, у вас тут домики находятся. Нормально, не тут кого похоронить. Молот, зачем этот молот нужен? Пока он не нужен. О, да, наконец-то. Сейчас катана как надо усилим. Ты не чувствовал он. Та 600 такая. X33, ты не стоит, это сколько. Так это молот, там не очень. Самокрайнее сделали. Катана, вот. Так, это не катана. Блок катана. Мужик классный, на место. Да ладно, что, рукоятка золотая в нее. Нормально, смотрите, золотая рукоятка даже. Так, да, что там нету больше? Ничего не добавили. Знаете, тут легенды есть разные. Что тут есть в буньках секретные? Тут жутко говорят некоторые. Тут там два тарана, 10 зараженных там, 2 самоубийства. Так, и 2 утопленника, целая куча. Это сказки, наверное. Я не верю. Только я ни разу не ходил их. То есть бункер не ходил такого ни разу. Может там баг какой-то больше, у него сегун появился. Возможно. Хотя вряд ли такой бункер существует. Может же на карте изменил что-нибудь тут. Ты говоришь, что бункер где-то в этой зоне. Что где-то здесь. Но вот видите, хужик. Туда никак нельзя залезть. Ну пока же нельзя. А вдруг уже можно залезть к этому бункеру. Что там, может что-то будет? Очень долго пытался попасть к нему. Ну как не мог залезть туда вообще? Не мог. Может, у меня баг какой-то там был. Хотя не знаю. Очень странно. Я как-то придумал про бункер сказку, и сейчас все верят ей. Сказки это еще. Так, чтобы держать тут. Ты же где-то ящик лежит, по-моему. Так, стоять. Тихо, не задави меня машину. Ящик. А вот, походу тут стоит. Ну и что у нас тут? О, Моргенштерн. Хорошо, но мне палка есть. Камера штерм не надо. Я бы почти не то возьму его. Его лучше это будет. Урон хотя бы там 400. Все, Джин, выходим. Там и стуч. Разберись с ними, чтобы мы могли смотаться отсюда. Ну да, там огромная толпа этих. Психов. Будет непросто. Мы справимся. Легко справимся за канат своей кучи там все. Что нужно для выживания. Так, лесник номер 30. Читаем. Сейчас прочитаем, все надо читаем, начитаем. Попала оно гремеет. Возрастается мои ширины тропические джунгли. Подеваться к канадскому делу не одни из самых. А вам огонек будет. Ай, блин. Нет. Ты получится. А вот, подожжу немного их. Совсем немного. Вроде катану испытаем. Ай, блин. Ай, блин. Если этого тубника рубика не стало оттуда. Пока в воде находится. Да дави ногой уже. Фу, ребята, вонючий. Ха, класс. Как это? Это научит, где сен проходит. Ну и луг у нас сойдет с котом. Да и моего я уже сойдет. Так, тут есть ящик такой интересный. Может, кота, например, не стоит учить за сен. Наши ножки на нем оказались. Это звук какой-то глазка был, крест. Так, вот я сейчас попадал.
Тут какой-то пад находится здесь. Пещерки большой еще. Танту. Ну ладно. Значит, танту, танту, танту. Так, там еще один сверху ящик есть. Там может рыбаш появиться. Пошел с высоким шансом. Ну что, там высокий шанс разбиться на смерть, если упаду. Давай, разбежимся. О, давай, Робин. Допрыгнем. Фу, чуть в ту сторону не упал. Так, конечно, нельзя взять. Молод, ну. Так хрен нормально будет. Все, Джин, побежали. Давай, беги, Джин. Что стоишь? Пойдем, пока не вылез еще кто-нибудь. Да, пойдем, 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 да. Побежает Джин. Джин в доме. Такая песня, Джин в доме, кажется. Что-то я такую песню слышу. Джин в доме песня, кажется, была. Так, тихо. Да не трожь. Куда пошел? Куда пошел? Я нельзя, 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 нельзя. Вот так, башки. Ну давай, подарок будет мне. Так. Да что тупенько. Ну, затарим просто. Так, что у нас еще есть? Тихо, нельзя вставать, вставай, пожалуйста. Вставай, блин, он встал. Блин. Надо было сразу к нему бежать, я забыл что-то. Все, он ранил меня, он очень сильно ранил, обрыгал. Все, обрыгал просто. Так. Так, я должен дечек бежать, а вот. Тяжелый молот. Так, тут обычно зараженный появляется в этом месте. Какие тут бублоры обычно бывают. Ага, вот он. В кустах сидит, бедусь. Ну, видите, все я знаю в этой игре, все знаю. Все, что где находится. Так, глаза есть, можно, нельзя. Так, тут задание есть интересное. Вот это вот тут с утра надо пойти начало. Потом уже вернемся на машине. О, тут надо подорвать. Так, глаза бабануло. А, это обычный обычный. Громил, ну ладно. И все, он труп. Прибомбануло его. Ты еще можешь без белу найти, а где Джейсон находится там. Где там в центре джунглей. То попозже сходим. Попозже. Ну, сначала Назя поможет выжившим, пока мы здесь находимся. Но второй раз не хочу сюда ехать. Далековато очень. Ну, сразу выполним. Откроем-ка эту штуку. Работенку всю. Так, вот. Это место. Блин, надо было бомбу за даром добавить. На дробаш поставим. Давай. Эй! Сюда! Сюда! Еще раз, деньги. Сойдет. Ай, блин, ее кусает. Не трожьте его, блин. Зомбаки. Давай, добивай его сам. Убейте этих сраных ублюдков! Сейчас, сейчас убью, подождите. Эй, он живой? Эсо Кристо, грация. Фух, нормально. Если бы не вы, вот возьмите... Его убить могут, так сказать. Спасибо. Айван Кандиас. Кажется. Ну, конечно, могли убить. Бака был, наверное. Ну, здравствуйте, вам плохо? Мы тут в Одессе. Так. Тут у нас ящик лежит. А, вот. Хопа, сюда запрыгиваем, даже сюда запрыгиваем. Так.
Пошли пушкой обьем бандитов, пока мы тут заодно. Так, пошли сюда, в ту сторону дойти. Он идет туда, в это место. Стоп. Да и куда я пошел, в ту сторону? Или в ту сторону? Ну да, как раз в ту сторону. Да? Что-то я не понял. Что-то я заблудился. Да, стоп. А, да, в ту сторону. А вот машина тут стоит. Как раз, кстати. Ты пошли бандитов прибил по-быстрому тут. Тихо, тихо. Так, где такие, да, аэранты растут здесь. Нет, не растут. Ну, раньше добрая отсюда аэранты. Ну, когда здесь хасы, взяли его. Они больше не до аэрантов тут, шелком. Так, бандит. Я иду к вам. Где вы? Походите. Так. Кто тут у нас живет? Давай, выходите. Я иду к вам. А, блин, хитрый путь. Давай, ты спасаешь. Все. Дай пушки обрывать все свои. Она зарядная, мне почти не дайте. Хлам выбросим отсюда. Бесплатные подходы. Вот поужать возьмем это на день. Вот на дело сразу. Блин, что это место нормально? Так, хорошо. Так, что еще у нас будет есть? Так, костер тут стоит. Похавать нечего. Ну это все. Пошли к Джин уже. На тачке к ней поедем. Там не зайди уж. Ай, блин, надо еще патроны завозить. Так, у вас патроны лежат, где-то лежат патроны у нас. Давайте патроны. Так, стоп, стоп. Вот, вот. Так, сейчас надо выпустить пушку, чтобы патроны достать с ней. Вот так. Все до свободного. Так. Так, все, поехали. Так. Куда тачка идет? Вот она. Все, поехали, Джин. Он уже ждет 2 часа, Джин. Давай, поехали, давай. Быстрее, давай, Глобан. Видишь, на скорости и отправляемся туда, давай. Вот так. Блин. Вот это дай мне просто. Тихо не бегаться. Все, идем пешком дальше. Вот так. Так, где утро и Андрей растут. Что он там взял? Пусть это уже будет. Ну дайте катану уже. А где Айанга? Что почему их тут нету? А вот они. Интересно, что они будут получить. А, Кулагот тут. Перепутал. Так. Да, ну вот он, магиты рядом находятся. Что попозже пойду. Вообще, вот здесь уже нет вариантов, да? А вот тут домик такой есть интересный. А ведь я стул тут. Да тихо, не могу ничего сделать, пока... И скрипт идет. Скажи мне знать заранее. На поищи тогда. И алкоголь выпить может. А, следа еды хватит. Так, нормально едим. Блин, куда же не побежал бы? Так. Нормально ему стоит, недорого. Ты будешь 1000 требует. У меня высоко денег есть уже. Пошли, Джин. Блин, ну-ка тормозить что-то. А, не показалось.
Давай же выбежим. Далекий путь, что там, что такое? Да сюда сзади начало. Так. Так, у вас айфу. Какая милость. Так. Тут следующий еще. Ай, ранка растут. Такого год тут тоже. Фуду пойму, че болото. Так. Ладно, тут сама улица. Так, подорвем его. Хай, сейчас со мной, кстати. На там запухся. Не знаю, кому верить. Вы же не из правительства, верно? Может быть, как раз они и виноваты в катастрофе. Утечка биологического оружия и все дела. Я докопаюсь до причин этого дерьма. И тогда весь мир узнает, что они натворили. Но сначала мне нужна помощь. А то проклятая рука. Да. Дайте мне какую-нибудь аптечку или немного... Дайте мне какую-нибудь аптечку или немного бинтов. Я себя подлатаю. Хорошо, да, бинты. Спасибо, друзья. Как только поправлюсь, двину в джунгли. Я слышал разные слухи, что там находится тайная правительственная лаборатория. Кто знает, что за ужасные эксперименты там проводят над беззащитными зверушками. Ну да, что такое? А, ты выполнил этот флаг. Что там у тебя? Дона ДБВИК, спасибо. Ничего, это лежит. Правосудие. Далее. Вот скажу, боец на вас сразу в этом бункере. Нормально. Серп. Дорогущий серп. Армейский нож. Крупкий армейский нож просто. Куда один? Из крупка 7. Так, хорошо. Так, а я Андрей, где я около года? Опа, вот. Все, там уже сейчас туда посходим. Вдруг то еще может растут или нет. Наверное, уже ничего не тут выше. Да, ничего не тут. Ладно, что ж, пошли дальше тогда. Тут нас ждет, начнется нас Джейн там. Так, Джейн, все, пошли. Куда ты? Куда бежишь? В ту сторону? В ту сторону сказал. Обратно поворачивай, вот так. Блин, тупит что-то Джейн в последнее время. Очень тупит. Что тут произошло? Не знаю, пошли. Инфекция распространилась на весь остров? Боже мой. Да уж, даже тут зомби. А, еще домик зайти. Вот. Они этого совершенно не ожидали. Да, не ожидаем. Я тоже не ожидал. Пустите меня, так. Здравствуйте. Мы вас обокрасили. Это никогда не кончится, верно? Да, не кончится ничего. Пока не выйдем отсюда. Сколько тут денег? Лопату найдет еще. Многие жители были серьезно ранены во время последнего нападения. Нам нужны перевязочные материалы и дезинфицирующие средства. Хорошо, вода запасает. Чтобы обработать раны. Сможешь найти? Ну, я попробую, а что делать? Хорошо. Спасибо. Посмотри в хижине Робина в деревне. У него там запас лекарств на случай непредвиденных обстоятельств. А ну ты пустить. Поторопись, раненые ждут тебя. А, да. Жин. Так, лопата где? А, вот. Так вы сможете напасть. Давай, ладно, шоу выбросить надо. Шоу выбросить, что? Ум, киска зубы на канабу. Да ладно. Ну, конечно. Ублюдков сзади. Удачи! Быстрее внутрь! Я открою тебе дверь! Пустите! Живо! Алло, пустите! Спасибо! Так, сейчас... Матутеро! Где Моуэн? Я как раз к этому перехожу, женщина! Тут был чистый ад! Прошлой ночью целая толпа этих сумасшедших говнюков вломилась сюда, громя все вокруг!
Удивительно, что хоть кто-то остался в живых. Я здесь, чтобы поговорить с Моуэном. Где он? Моуэна здесь нет. Я вместо него. Не видел этого осла с тех пор, как все полетело в тартарары. Я могу проводить вас к нему, но сначала вы сделаете мне одолжение, ладно? Смотря что ты хочешь. Так, я не знаю, что это, запись послушай. Франц здорово нас отодрал. Его ослы забрали наши последние пушки. Но, к счастью, люди Афрана не ушли далеко. Мы слышали по радио, что их машина застряла в болоте, и они сидят там в ожидании помощи. Идите туда, заберите наше оружие, и я скажу вам, как найти Моуэна. Угу. Ладно, просто поспешите. Эти кретины не будут торчать там вечно. В хижине Матутеро ты найдешь немного снаряжения. Оно поможет тебе взять за задницу этого говнюка Афрана. Если вы хотите поймать этих сукиных детей, поторопитесь. В деревню можно пройти по короткому пути, который идет через каньон и деревню призраков. Вам нужна помощь, Матутеро? Каньон призраков. Так, там только деревня призраков есть. Очень опасное место. Там, наверное, поведение живет. Поведение предков. И всякие сечи. Сначала будем дополнительные задания. В данный момент мне совершенно нечего тебе продать. Хочешь кого-то обвинять, обвиняя этого сраного Афрана? Матутеро велел мне починить ворота. Проблема в том, что инструменты в доме у пристани, а там эти неумирающие твари. Поможете мне разобраться с ними? Конечно. Спасибо, я здесь подожду. Та что шкафуешь? Пустите меня, блин. Так. Ладно, подходите, не смотрите. Держаем. Так, так, кому-то открыться с там свечками. Ну, открыто уже. Так, хорошо. Костит. Кирковые дорогие. Там стоит и выпустить. А им стоит лопат. Серп, шелсунок. Ладно, пусть так. Дальше распускаемся. Сначала надо морды поехать. Так, к этому завелось это место. К этому. А, церковь. Депортируемся. Так, отдаем лопату теперь. Так. Они должны лежать в земле. Подойдем, вот лопата. Спасибо. Я найду добровольцев, и мы похороним мертвых. Так, хорошо. Сейчас подадим хлам и пойдем жунками обратно. Так, какие хорошие вещи тут появились. Дезодорант, класс. Пока он, думаю, не нужен. Так, это все убираем. Тоже, думаю, стоит на пирку. Так, автоматы ишли. Избавимся от них, хорошо. Мне нужен. Ладно, дезодорант понакупаем. Тут дезодорант побольше. Только это совсем не хватает дезодоранта, и там очень мало. Так, можно еще бомб из него сделать побольше. Хотя бы же побольше. Ладно, ну можно только штуку купить. Может сотню закупиться там. Целую кучу бомб хватит, хотя. Может 200 можно купить там. Стоит пока дешево дезодорант. Ну не знаю, надо подумать. Например, бомбы с дезодоранта уже сотни. Может, что еще сделать хотя. И, наверное, хватит этого. Так, как бы сотни. Все. Вот так.
так сказать, у меня... Ну, да пока хватает, ну, пока хватает чего. Так. Где мне Уики? Поехали. Так, отлично, спускаемся вниз. Так, порт. Спускаемся вот так, по-быстрому. Ставим, спускаемся. Так, уже к чему лежать, чем-то уже интересно здесь. Ну, есть что полезное? Пригодится, было, думаю. А туда не зайти никак. Так. Так, выбираем все. Попробую попробовать. Оп, не вышел. Так, ладно, будем кинуть им. Такой сюрприз будет, нежданчик для зомби. Так, допустите меня уже. Так, давайте молотом. Давайте молотом сначала. Так, сейчас подожжем их. Шашлык сделаем из них очень вкусный. Давай, первый есть. Живучий нет. Например, я уже живучий. А вот так. Что, напросились? Зомбаки. Так, и хорошо. Ну, продам, то все. Продать можно. Конечно. Так. Тоже можно продать, пока она была дубина, зачем она мне не нужна, наверное. Так что возвращаемся к этому. Квеста отдавать ее. Так, давай быстрее беги, Оуэн, быстрее. Давай, Оуэн. Там вроде всего хватает бомб, так он выходил уже. А, да, там ходил уже. Так, хорошо. Так. Тихо. Ну-ка, поседает немного. Ну, как это секунду, что поседает иногда там. Имеет времени. Ну, ладно, вот давай 2 кадра в секунду. Как же херово ты выглядишь. Спасибо за помощь. Надеюсь, все получится. Окей. Стоп, я шкаф открывал уже. На 5 полночи. А, ну вот. Так, что там еще есть? Давай починим все оружие наше. Вам о, можно через. И еще. Так, все. Так, ладно, друзья. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайк, как вы подписывайтесь. Даже не увидите в следующем выпуске. До новых встреч. Удачи.